Коллеги, приветствую вас. С вами Максим Амеленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». И сегодня речь пойдет о сборе контактов в социальных сетях. Если вы хотите, чтобы человек, посетивший вашу страницу, оставил вам свою там, электронную почту, там, телефон и какие-то другие контакты, то здесь наверняка вы сталкиваетесь с одной проблемой, что человек должен покинуть свою социальную сеть, перейти на какую-то другую страницу, там непонятно, сколько будет открываться эта страница, как она будет загружаться, и в результате человек забыл, зачем он переходил, и, в общем, и не оставил вам контакты, и, в общем-то, потерялся. Любой, кто сталкивался с набором клиентской базы, понимает, о чем идет речь. Именно поэтому Facebook внедряет раз за разом инструменты, которые позволяют вот сократить этот переход. Об одном из них я расскажу сегодня. Эта тема достаточно большая, можно показать несколько примеров, но вот я хочу показать, как можно собрать контакты, чтобы человек не покидал вашу страницу. Один из способов, их вообще существует несколько. Первый способ, это вы можете встроить на свою страницу. Вот если вы сейчас, вот мы сейчас заходим на нашу страницу «Риэлтор на миллион», и здесь есть такая кнопочка «Зарегистрироваться», вот она. Если мы на нее нажимаем, то мы попадаем вот на такую страничку, где можно сделать форму подписки. Эта форма подписки интегрирована с GetResponse. Вообще есть несколько сервисов рассылки, которые позволяют это интегрировать. И вот можно сделать форму. Вот скажу честно, я очень сильно торопился, делал ее там криво, косо, не подогнал картинку, не подогнал, в общем-то, размеры. Ну, в общем, криво-косо сделано. Мне было просто важно очень показать, как это все работает. И если вы указываете это, даете ссылку на эту страничку, то человек, в принципе, может сразу перейти сюда. Вот в это поле он указывает свой e-mail адрес, после чего нажимает кнопочку и может скачать вашу... Вот нажал на кнопку, скачивает книгу и получает какое-то ваше предложение. Вот, в частности, книга. Да, кстати, если вы до сих пор не читали книгу «Продающие отзывы», то обязательно перейдите по ссылке, которая указана под этим видео, укажите свой e-mail, и эту книгу вы получите. Книга очень интересная, очень полезная. Мы учли опыт работы нашей компании. У нас сейчас на сайте более 2500, по-моему, 2800 отзывов, около 200 видеоотзывов о том, как использовать, какие шаблоны существуют отзывов, какие отзывы хорошо работают, какие отзывы привлекают новых клиентов. Все это есть в этой книге. Поэтому, если вы до сих пор ее не прочитали, обязательно прочитайте. Да, а если вы хотите продвигаться, правильно продвигаться в социальных сетях, хотите набрать клиентскую базу, то я приглашаю руководителей компаний, руководителей маркетинговых отделов на бесплатную 15-минутную консультацию, в которой вы расскажете о своих задачах, о своих целях, о своих проблемах. Я подскажу, какими кратчайшими способами их можно решить. Возможно, мы наладим сотрудничество, и наше сотрудничество будет плодотворным и успешным. Ссылка на запись на консультацию находится под этим видео. Все, коллеги, спасибо за внимание. До встречи.